В Искитимском районе продолжают вручать паспорта юным гражданам, которым уже исполнилось 14 лет. Мероприятие проходит в рамках всероссийского проекта «Мы – граждане России». На церемонию пригласили самых активных ребят. Они успешны в учебе, спорте, общественной жизни, занимаются творчеством. Первый ребенок получает такой взрослый документ уже, и поэтому, конечно, волнительно в такой обстановке. Он у нас отличный. Театралы в конкурсах занимают первые, вторые, третьи места. В ноябре в Москву будут летит на концерт по приглашению. То есть они выиграли конкурс региональный «Сыны дочери Отечества». Подростков и их родителей традиционно поздравляет глава Искитимского района. Дорогие родители, я поздравляю вас, ваши дети выросли, ваши дети полноценные граждане нашей страны. Ну а ребятам хочу пожелать, чтобы они свою любовь к родине пронесли через всю жизнь и никогда не забывали, что они граждане великой страны. В этот раз главный документ гражданина Российской Федерации получили школьники из поселков Агролес и Керамкомбинат, села Улыбино и рабочего поселка Ленево.